Всем привет, у Пергенезиса вышла песня новая, ее глянем сегодня. Как-то неожиданно, да, на самом деле, что у нее песня вышла. Потом Overkill, Body глянем. И Умси, твой любимый страх. Давайте Спира. Начнем. Я вчера делал трек, он какой, ну не трек, а видос. А она прекрасная, далеко и витаминки слушал. Офигенная песня, кто не видел, гляньте. Погнали, это получается сигареты, да? Я так понял. Девочка-то такая. Это до парита, все закрыто до парита, все закрыто до парита. Все закрыто до парита, уже ночью мы как будто шли до крыта и корыта. С неба дождик капучка покапала, но все не так уж и плохо, горбачка покапала. Читаю девчонкам рэп, твои руки тлеют, время тянется, чапанает. Пустая пачка, у вас казалось неадекватно, земля круглая, встретимся за табачкой. И пора в мусоренке, их осталось две, перевернута последняя. И раз перевернутая достается мне, ладно, как я загадал, и попробуйте отгадать. Кричу на весь чапан рэп, пусти твой холоку, как затягивает чапан рэп, распахнет трубу. Сигарет, пришпоривать лошадей, выпрыгивать из кареты. Кричу на весь чемодан, впустить твою халаку, как затягивать чемодан. Распахнет обувь дыма, где-то враги сигарет, пришпоривать лошадей, выпрыгивать из кареты. Сомкнется ура по росту, телечками серый дым, а что вредно, то не вопрос. Ароматные папироски, как вишня, курю сто лет, но времени нет любви. Вечность как вкус, а не как смерть, как сыграть. И как-никак по горе бяка. Котлеет в углу, да, ты горяча, как у рыбяка. Полубоком развернет на 180 лоб. Тяну в себя всю смолу и окурок около вяка. Я бросаю до кури. Тебе падает мой взгляд и скользит, как гитарный рис. Я по глазных на губы, что значит чуча по мрета. Какие на вкус мои чикачи, чем амаретта. Кричу на весь чат на дрэп, пустить твою халаку, как затягивать чат мане. Распахнет тупой дым, готов враги сигарет. Пришпоривать лошадей, выпрыгивать из кареты. Кричу на весь чат на дрэп, пустить твою халаку, как затягивать чат мане. Распахнет тупой дым, готов враги сигарет. Андрей умеет делать вещи. Как сигаретка без кнопки, да? То есть, как бы, есть у него на песне, то есть, это сигаретка без кнопки, да? Мы ее слушали, ну, то есть, альбом слушали. И это как будто апгрейд, да? То есть, была сигаретка, а тут уже, как бы, пачка, да, сигарет. А, не знаю, как бы, точно, что он имел в виду, но голос у него очень классный, меня прям радуется, душа радуется, когда я его слушаю каждый раз, да? То есть, он... Классный исполнитель, и, ну, как бы, мне импонирует, на самом деле, больше всего. Офигенная музыка, как бы, и флоу классно у него тут, прям, мне очень понравилось. А какие у вас ассоциации вот с этой песней? Можете сказать мне в комментариях, что он имел в виду? Тут, как бы, девушка стоит, может, он имел в виду, типа, сравнение, как, типа, сигарет, типа, и девушки, да, или как это? Я немного не врубился. Я надеюсь на вас, то, что вы мне скажете в комментариях, что он имел в виду. А так, очень классная песня, мне понравилась. Пира молодец. Я даже не знал, что у него выйдет трек, я просто глянул, то есть в новинках было, да. Хоть это ни в каком не было паблике, да, я просто как-то мне уведомление пришло, я не знаю, на его канале. Офигенная песня, слушаем дальше. Overkill Body. Барная стойка тут. Не знаю, что это такое. Yeah,
болею, бабочки не жалею. Видел все твои тату, но я об этом не жалею. По характеру нормальная, бэби, не согрею. Она прыгнула в посты, чтобы показать, что умеет. Эй, сухи большой, темно, калитет. Получается, фит с Гайвен Байски, да, то есть Гивен Байски, нифига себе. А, тут фит, да, окей. А то я думаю, что это такое. Офигенная энергетика у самой песни, да, и то есть, не знаю, мне как-то больше Overkill, как бы, нравится, чем вот второй исполнитель, но это уже, как бы, вкусовщина, да. От Overkill, кстати, мы слушали три трека, это «Молодым», «Не такая» и «Чувствую» слушали, да, от него, он мне еще в сторис отмечал. Жаль, что ссылку не ставил, конечно, на канал. Ну ладно. В принципе, ну классный трек, наверное. Не как бы не лучший его трек, но 9 из 10 я поставил на самом деле. То есть каждый ну такая музыка как бы найдет своего слушателя, и мне кажется, фанатам это прям очень сильно зайдет. Мне так кажется почему-то. А так, как бы, ну, прикольно, то есть, обложка такая, конечно. Забавная, да? Не знаю, что еще сказать, на самом деле, добавить. Ну, делает классно, молодец. Всех успехов. Так, Умсим. Мы его слушали на альбоме у ДМТ Боя и на Вульфе альбом слушали его. Ну, у Вульфа на альбоме он был в фитах. Твой любимый страх. Погнали. У него один альбом вообще. Yeah.
стоп, так стоп, так это вышло когда? 28 сентября, да? А у него ж новая песня должна была выйти, да? А где у новой песни? Я слышал сниппет, мне сниппет понравился. То есть это не та песня, которую я ожидал, да? То есть у него песня, получается, еще не вышла, да? Он, блин, дезинфа, блин, была немножко от одного человека, который им советовал. Ну, в принципе, такой бас, я не знаю, я как бы говорил уже много о этой музыке. То есть такая музыка, то есть я ее не слушаю, такую музыку, но она как бы найдет своего слушателя определенно. То есть есть фанаты такой музыки, которая мне нравится. И серьезно, я не ожидал, как бы. Я думал, что у него другой трек выйдет, который я с ним послушал, да. Не знаю, может, он... Как бы... Умси сниппет. У него сниппет же был, песни мне скидывали. Ладно, в общем, неважно, как бы... В целом, песня неплохая, наверное, да? Как бы, ну просто на любителя, не мое. Ну, так, в среднем. Ой, не знаю, что сказать еще, как бы, добавить. Это, как бы, просто немножко не мое. Просто ожидал другой песни. А я, как бы, не знал, что у него выйдет именно... То есть... Не вышла песня, в общем. Так что оставляйте свои комментарии, что вы думаете, как вам песня понравилась, нет. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм. Оставляйте свои комментарии и лайки оставляйте. Мне будет очень приятно. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока.